Бывает, ребят. Кто мы такие? Алло. Всем привет, ребята. И сегодня мы с вами играем в Майнкрафт. Кто я умираю? Погоди, алло, дайте мне еды срочно. Я буду есть погремок. Погремок нельзя есть. Мне нужна срочно еда. Давайте не говорить, пожалуйста, все этим голосом уже. Это у нас «Пиратские приключения», 4-я серия. И сколько у меня дориков, погодите. 86 осталось. Ладно, дорики нам не настолько сейчас сильно важны. Потому что я их все равно не могу, короче, собрать очень много. И мне для начала нужно собрать броню, ребятки. Оружие какое-нибудь. И потом уже я буду тогда собирать дорики. А пока что, я думаю, мне вообще бессмысленно. А чё, ну как, мы сюда не сможем вообще зайти, ни хрена себе здесь это. Сможем потихоньку убивать. Сможем. Просто потихоньку заходим и все. Я нормально говорю, ты зайчик, я снимаю шорты. Ну дракон, какой дракон, сойдёшь к нему? Кстати, вы говорили, что это снайпер, типа, короче, ну вот эту херню создает. А это ни хрена не снайпер, это походу вот этот... Нет, вот снайпер стоит. Это снайпер, он по мне шмаляет. А почему у снайпера такая херня? Это выглядит, как будто бы все таки это этот, который с гранатометом. Почему тут так много? Рядом. А меня дракон пьет. Это классно. Это очень пьет. Классно, что у тебя дракон, конечно, там мудох. У меня есть другие проблемы, немного даже побольше. Что мне кажется, за Ситен Чауз? Что не могу вообще сделать? Блин, очень обидно, что я в прошлой серии потерял... Очень обидно, что я потерял в прошлой серии. Я битва с драконом, чек. Дай рот топтал, дым сюда не делай. Давайте это... Можно мне что-нибудь попроще, пожалуйста? Я не знаю, что... Опа, тихо. Я зашел внутрь. Первый сундук. Забираю. Ой-ой-ой-ой-ой, тут очень много всего. Например, броня, вся алмаз. Блядь, все, у меня фулл сет алмазки, да. Это мой был данж. Охренел. Какой ты алмазный, ты что-то врешь? Алло. Я убил его. А, нет, не убил. Я же сказал, на высоком этаже что-то супер крутое. Давай ломать спавнеры. На меня кенгуру напали. Да-да-да, давай, брат, это, не останавливаемся, ломаем спавнеры, короче. Только не идем наверх самый и не забираем оттуда все вещи. Я ж тебя буду просто убивать. Все вещи. Заберешь все вещи. Да ну дайте мне зайти туда наверх забрать что-нибудь крутое. А я дракона убил. Да ты дурак, я ломал спавнеры. А я дракона на прогиб кинул. А в итоге чуть меня не сломал, ты нахрен так делаешь. Ты бы мог прийти и помочь, у тебя 40 хп. Я убил дракона. Так, что теперь делать-то? Алло. Я ищу вам замок. У нас тут замки есть. Самки вертолетов. Самки вертолета. Самки вертолетов. Самки вертолетов, нормально. Слушай, я туда уже сверху начинают падать. Ну я не могу вообще без брони, понимаешь, вывозить. У меня ладно, есть хотя бы железо, нужно сделать себе хотя бы железную броню. Ребята, если вы проходите то, что я уже прошел, это будет угарно, кстати. Не-не-не, брат, ты тут не был. Просто я одним черным зданием был. Да закрой ты уже эту дырку. Да закрой ты уже рот. Алло? Да кто? Да как? А, ребята, сегодня будем играть в Майнкрафт и пытаться не попасть на вредину. Вы это объясните, почему мы это говорим? Не надо объяснять, это не еще не сказано. Мы не тупые, мы на самом деле... Опа. Что есть железный меч? Я, наверное, его и возьму, потому что сколько там урон, подожди, мне кажется, побольше моей булавы, 7,5 и 1,6. Этот, а тут... Ага, все-таки, блин... Реально злые люди! Злые люди, блин, нападают на нас, и мы не можем ничего с ними сделать! Я предлагаю их ёбнуть лазером! Так, что это было? Почему мне какая-то херня? Это значит? Здравствуйте. Замедление, утомление. Пока. Спасибо, блин. Очень много железа и золота, но я сейчас умру. Ну, а мясо кенгуру, офигеть. Не, не, открывается, ну, окей, алло. Я сам себя подумал. О, смог открыть сундук, хорошо. Я себя убил. Так, блин, много вещей разных. Залагало. Алло. Почему двери не открываются у меня? Я типа пират. Короче, что-то с этим компом, кстати, нужно делать у ребят на студии, потому что эти ребята начинают играть в Майнкрафт со сломанным компьютером. Ставь лайк, если Мистик гей. Да нет! А, мне даже нечем крафтить. Короче, я пошел к Беляшу лучше, потому что мне нужно хотя бы броньку скрафтить. Я путешествую. Я путешествую с Беляшом. Так. Ой, Мистик ударил. Не Мистик, надо, сколько у меня хп? Подожди. Мы будем играть в Майнкрафт и узнать, сколько у Беляша хп. Да вы не так говорите. Мистик, я могу тебя через... Да мне насрать, как нужно говорить это. Вы не умеете. Это уже все. Я уже по-своему. Пацаны, а как я сюда буду обратно ТПХаться? Вот и вот туда-сюда это давай. Запомнил, короче? Нет, я умею. Ну ты такой крутой. Да ты здесь на мой труп. И где, ёпта? Я ярче. Вы что наделали? На чем крашнулся, мне интересно. Наверное, не у Ярчика или у Ярчика? Я знаю, почему он крашнулся. Я хотел посмотреть, отображаются ли координаты в консоли, значит. Он не вылез из тиктокеров, короче. И случайно нажал Ctrl-C, короче, и консоль закрыл. О, все нормально, ничего не слетело. Ну как сказать? Я умер, ТПхнитесь ко мне. Его убили. Я вас ненавижу! Ща. У меня нету брони! Дайте мне, пожалуйста! О, кто это такой? Да тут вообще жопа, если говорить. Да не меня бей. Нет, мне нельзя ничего сделать, я не могу туда пройти. Не возражайся, к тебе тэпнусь. Не возражайся. Поставьте еще, ребята, вы что тупите, вас там кордон напишут.
Миксик, ты ебал! Ты тут рядом стоишь и такой, не возрождайся, не возрождайся! Еще один был данж большой. Да? А как нам найти теперь это место? Никак? Никак. Но мне кажется, что мне это будет... Да ты, я тебе... Что ты наделал? Да я случайно. А я могу сделать драконьего брони, но я делаю ее для себя. Так, пошло вот это все в жопу. Да ну ты! Верстачочек, что я себе сделаю из шести? Что можно самое дорогое сделать броню? Почему? У меня тоже курсор подлагивает. Ту, это за тварь. Блин, только шляпу, что ли, я могу сделать. И ботинки. Ботинки у меня уже есть. Причем двое. Да. Блин, я гений. Я хотел починить шлем с помощью шлема, но я сделал ботинки. Ты совместил два шлема и сделал ботинки, но тогда ты реально гений. Нет, я алмазы хотел на шапку, а в итоге сделал ботинки, и мистер меня заговорил. Все, ребятки, я теперь попку свою приодел. О, ты кто такой? Дурнайт, бегите сюда, посмотрите на его придурка. Ходит с ведром на голове. Ты кто такой? Ну нет, не лагай! Идите сюда, да, подойдите. Я иногда подлагиваю. У меня почему-то комп просто зависает на секунду, и все. Я хотел предложить шейдеры поставить мистику, чтобы типа красивее было. Да, спасибо, конечно. Тут я... А, чего он такой жесткий? Мистику, у меня через броню пробивает и через все. Арчейк, ты не хочешь сделать рюкзак из колы? А у меня нету колы. Один хп остался, у меня... Сахара, а у него еще 10. Я вообще кого-то не пробиваю, что за дротил? У меня 0 хп ровно написано. И опять залагал. Я реально буду, короче... О, ребята, нашел крутое здание. Возможно, это ваш как танк. Как называется? Что там? Каким цветом? Халгутан! Черный, огромный. Мистик уже тэпнулся, и тут мутан-зомби. Ну, и тут еще рядом еще одно, кстати, здание. Мутан-зомби, возможно, ребят, где-то здесь и были, брат. Хотите его на прогибки? Сейчас я проверю, короче, сейчас... Контент. О, мы, кажется, да, здесь и были. Здесь нихрена себе мобов. Я не хочу быть таким злом. Ну почему их так много везде, твою... Я ломаю спавнеры, короче, здесь. Тут еще мутан-зомби, удачи вам, ребят. Или стоп, или были, как будто бы здесь немножко это, железка-то собрана. Что, у меня опять утомление. А, мы здесь были, я не пойду тогда в этот снова. Ну, все, так... Мы тут и были, там рядом еще один. Я вам нашел, ребят. Мы будем подниматься в черный наверх. Я этот, все, да, черный. Волки позорные только что жрали этого, короче. Может, мне тэпнуться, я на последнем этаже, пацаны, я на последнем. Давай. Меня забивают пауки. Около вас зомби-мутант. Ничего нету классного. Я не могу ничего собрать. Опять дракон, ну ё-моё. Скурил, тут должен быть какой-то там усиляющий. Реликвии, там у них шанс очень мелкий, но они дают обилки. А как они выглядят? Ты не можешь реликвия сломать, брат? Ну, ты точно знаешь, я выкинул 60 костей случайно. Он будет выглядеть прямо мне и, пожалуйста, тудым-сюдым сломать павнер, я тебя огненный прошу. Огненный дракон, у меня задержка. Ой, брат, сколько месяцев? Так, я нашел вашего наставника, ребята, если вы сейчас дадите ему задание, он потом даст навыки вам. Где? Срочно! Че тут два дракона рядом? Я такой, себя, где он? Вот здание его. Это его здание, типа, не хорошо? Да, идите быстрее. Ой, там дракон! Два дракона рядом, быстрее, давайте ему задание, быстрее, давайте ему задание, это громовой дракон. Что он делает, придурок, бей его! Тут два дракона, один сзади. Твою мать, я застрял, сейчас я поднимусь, подождите! Я убежал. Я иду, бейте его, бейте! Бей! Я траву убил. Бей! Тэпайся на меня быстрее. Тэпайся на меня. Тэпнулся. Давай, все, теперь я тэпаюсь. Здорово к вам веду, ребят. Да не то... Какого здорово? Ну, 9 хп, все, умер, отлично! Это я его убил, алло. Че ты врешь, я его со своей способности. Ну, да мне все равно твои способности, я его убрал, как бил вот так вот сильно, блин. Где он? Он отстал. Нормальное поднять! Так, а что толку-то, кстати? Тут ничего вроде такого особо интересного не выпадает, да, я так понял? Ну нет, смотрите, шинца дракона. Задание тренеру, задание тренеру. А он умирает уже, у меня не выполнено ни одно задание. Мне нужно 20 что-то людей. Так. Что я? Ой, Беляша, зачем нужно убивать драконов? Что мы сделали-то? А чешую дракона можем очень сильно брони сделать, как-то зрительную. Нет, там только плоть грозового. Нет, кто-то забрал ты чешую. Ты еще не слез, что начать тренировку атаки. Да, нет, мне вот забрал? Испытания несчастные. Я на прогиб кидаю, на прогиб. Что происходит? Стоп, подождите. Р. О, ты гений! Ну вот, одно задание у меня есть. Как мне его сдать? Я знаю. А второе... Соберите кости, 30 штук, я их скинул, короче. У меня их нету теперь, мне заново. Если кликнуть по нему, задание будет зелеными, и ты получаешь навык. А он исчез куда-то, я алло. Я ярче, когда прогиб кидаешь, ты дурак. А ты какого хера, он просто исчез. Мой тренер, ёпта. Вот это моё. Пацаны, а где мой тренер? Алло. Ты охренел, я большинство урона тому снес, кто-то спиздил оттуда чешую. Этому большинство урона. На, чешую. О, 8 чешуй, кстати, нужно сделать себе это. Это вся громового. Так. Они нужны. Броню делать. Шишуницы? Очень... Это самая сильная броня, наверное. Пишу, а да, вот смотри. Это посох. А зачем? Зажми. А. Мистик? Ну, он против зомбарей. Вот, смотри, видишь, у него громовой нагрудник.
Зачем ты это делаешь? А зачем ты меня бьёшь? Все, я не буду. Сань, у меня лагает, нет! Не дай бог, ты меня убьёшь за это время, пока меня лагает. Так, все отлично. Давай подеремся, давай. Да ты... Все отлично. А там дозорные ребята. Лагает и лагает, лагает и лагает, лагает и лагает. Ой, ярче, кто-то убил. Я убил капитана дозорных прогибом, учитесь. Еще один капитан. Алло. О, он меня сейчас убьет! Че он такой сильный? Я нашел какой-то синий купол. Мне кажется, нам туда. Но еще у нас сумеречный лес есть. Да, синий купол. Своим синим куполом. Да, у меня огромный синий купол. У меня нет там еды. Очень, хотя бы броня есть, ладно, но меч у меня еще херня. Флаг белый. Стоит верблюд. Ну и флаг тебе в руки, брат. Нужно найти нам этого тренера. Ну, я хочу себе первую способность. Ну, типа. Хорошо, удачи. У меня хотя бы уже второй шанс был. Да я только там нажимаю у него, я не могу ему сдать. Там только вот этот ободон есть. Ну я нажал, оно не сдалось. А на него нажимаешь. Ну, на него нажимаю правой кнопкой мыши. Да? Четвертым, ну способность, глянь, может, появилась. Если ты нажимаешь на него, нажимаешь задание, и оно у тебя будет зеленым светиться, ну. Ты нажимаешь еще раз, и все, у тебя появляется способность. Ну, блин, ладно, сейчас иди сюда, он не хочет идти, но я капитана мочу. А, ну сейчас убью капитана, ну подожди. Ладно. Вы мутусите там их, я все-таки хочу себе первую способность, алло, поэтому я надеюсь, что... Алло, ты вспомни, как классно было, когда мы пирамиду пошли. Брат, как классно было, меня просто, ну, в анал отвел. Дарики нафармить можешь. Что толку мне фармить Дарики, когда я прихожу, и тут ярчик меня просто мутузит из своей способности. Да, я лагал, ты меня сразу отмутузил, просто отымел, пока я там это воспользовался возможностью. Я капитан дозорного. О, дай. 6 урон, нахрен он мне нужен. Меня капитан дозорного. Кремниевый пистолет. Но я так понял, он не будет меня стрелять, да? Потому что уже от него пули. Ладно. Ой, я слышу лазер. Ой, ярчик, тебе же нужен меч на 7 урона. Мне нужен, мне нужен. Что такое ДМ лучше? Нету. Ну короче, на вот этот. Спасибо. Что там за урон? Ой, 9 урона было. 25, да, это для 1, задания. 3. Ну, кстати, неплохо. Да, о, я говорил, вижу, там еще одну башню. А ты читал, что он я делает? Я вижу башню. Вы говорили алмазы, вот эти, да? Но ребят, я их трогать не буду, но у вас нахрен. Я знаю, штуках... что это не алмазы. Алло, в таких базах почему? Может быть фрукт. Тренер-мечник, срочно! Тренс! Раз! Ну, нажал, вот я на него все понажимал. Я больше не могу нажать. Все, оно там было зеленое, типа. Но у меня способность никогда не появляется. Почему? Она нажми на появляется, должна быть. О, у меня более наблюдение появилось. У меня несчастное приближение птицы есть. А, да, вот, нажми на а, мне теперь 20 этих еще. И что это такое? Это твой навык первый. О, появился! Несчастное прибежище! Отойди, он 50 урон сносит с меча, когда это юзает. Сейчас, подожди, а как мне его поставить куда? А, вот так вот. Я теперь вас вижу сквозь объекты, ребята, я выхаю. Ну, подожди. Проверишь, что он делает. А как мне... На мобе, вон там. Для способности вам понадобится меч. Ой, фу, ты что я делаю? Стоп. Бери меч в руки, бери меч в руки. Я не тут делаю. Я нажимаю на 8, он меня берет. А это не тот навык, да, как я понял? Тренер меня начал бить, тренер, прости! Не убивай! Самый мощный навык, это когда ты стоишь на месте и тэпаешься сзади врага уже, и все, 50 урон сносишь определенно. Ну не, тут другое, ну, смотри. На, нажал зачем я его на него. Бьёшь? Ой, тренер, ну тренер, не надо, тренер, прости меня. Мне нужно, короче, еще одно задание выполнить, в нем мне осталось всего лишь убить 20 enemy. Мне осталось 18. Вот, вот, они тут спавнятся, тут враг, вот, тут генератор. Он меня мутузит, тут спасите меня. Что делать-то, ёпта, мутузит и мутузит. Так, еще одного убил. Обычная просто. О, пирамида, ёпта, это урок. Нам как, нужен самый низ тут или в самый верх? Тут мобов вообще не вижу, типа. Что это? Тут это как-то странная пирамида. Это, я думаю, тут лабиринт. Тут 100% должен быть какой-нибудь лабиринт. Я бы хотел реликвию какую-то сундук. Найти. Серебряные слитки нахрен не надо. Понятно. А, тут сверху, я понял, что тут. Ничего я понял, себе! Тут будет лава. Пацаны, поэтому я нашел. Че нашел? Ай-яй-яй! Ха-ха! Ля, я этого лоханул, и что взорвется, дебил! Ой-ой-ой! Мистикам что-то подумал. Ты не наступил, надеюсь? Да твою! Я нашел артефакт. Сейчас скажу, что он делает. Что ты наделал? Взял меня скинул, только так, тут теперь все сундуки взорвались, как бы, и лута нету. Издание 50, это у тебя священный медальон называется, Ярчик? У меня называется священный медальон. А, у меня тоже. Может, ну, короче, Мистик, ты больше нуждаешься в этом? Нам хана, да? Не-не, вот так. Ты хочешь нас убить? Я хотел... О, кто хочет броню света мутанта? Это что такое? А она жесткая? Ну, тут рейд. Она будет ускорять тебя и прыгать выше. Ну да, у тебя хотя бы броня появится. Стоп, так у меня есть броня, ёпта. Короче, сейчас идем в канаву, еще мистик, я тебе покажу одного прикольного босса. Типа заканчиваем эту и показываем. Эй, Мирмикс королева, эй, ты иди сюда, давай. А мы ее загасим? Нет. Почему? Я не хочу. Она что, типа сильная? Да я не хочу даже проверять. На. Я смотрю на эту баталию. Туда ее! Туда ее! У мистика 5 хп. Я обратно! Брат, дай руку! Дай руку! Руку дай! Я, прикинь, выжил, 0 хп! Сразился он с ней, короче. Я выкинул ей меч! Отдай! Я могу ее на прогиб кинуть. На! Отдайте мне только то, что с нее там, это, пожалуйста. А с ней вряд ли что-то полезно. Ты можешь посох сделать.
О, хитин пустынных мирмиксов. С нее можно, смотри, посох пустынных мирмиксов. Это, кстати, прикольно вроде. Кость сушителя должна быть, жало мирмиксов. А это чтобы их вырастить. Броня, кстати, тоже из него делается. Не-не, броня не надо, делай посох, ты призываешь летучих мух, которые тебе будут помогать в драке. Ничего себе. Пацаны, вы готовы, ну, типа, к концу серии? Байт на следующую. Давай. Да. Телепортируйтесь ко мне. Так, итак, что ж ты хочешь? Оба. Я не понял, Ярчик, ну-ка. Есть у кого догадки, что это рейд? Аж не дозорных? Что, я не понял, что ты хочешь? Какие догадки? Для чего мне нужно догадаться? До рейда. Ну-ка, я хочу глянуть, у меня вообще, ну... Ой, смотрите, я сам бегу! Погоди, а как это работает, ребята? Почему я просто бегу вперед? О, это новый портал какой-то! А, сумеречный лес, да зачем? А зачем сумеречный лес? Должны, алло. Там будет послабее, чем здесь, и мы сможем прокачаться. Там, там сюжет очень длинный. Ну, кстати! Так мы не будем сюжет, мы в данжах мы чисто, да, попутаться, короче, броньку, там все остальное. Ну, пока, ребят. И будем погнали. Мощнее! Так что, ребятки, ждите следующую серию пиратских приключений. Она очень скоро выйдет. А от вас зависит, как быстренько вы получите сборку, если вы ее еще, конечно, не получили. Как только соберется 30 тысяч лайков на всех сериях, да, которые уже вышли, так сразу же мы вам в следующей серии даем эту сборочку. Сборочка очень крутая, очень веселая. Я надеюсь, что вам понравится. Так что все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами были Ярчик, Мистик и Беляш. Не забывайте, что у меня, кстати, мой магазин игр mysticstore.com. Ссылочка есть в описании. Заходите туда, поиграйте, купите себе какую-нибудь игру. С вами был Мистик. Всем до встречи. Пока. Они в сумеречном лесу.